Ілля. Ілля. Дивись. Оце підірвався попереду зелененька, зелені. Ото підірвалася беха. А, так, ти лучше стань і ти ж... Ну ви говорите, я... Да, я це сам. Ото підірвалася беха. Ага. Його хотіла витягнути МТЛБ, поїхала і теж підірвалася. І от ми зараз, як говориться, о, броні в полку нет, ну так і як БМП, допустим, да? І ми зараз потихонечку, ну, лазим туди і його, ну, вроде як чиним, готовим к евакуації, витягнути хотим. Нужен тільки хороший трос, тягач, і там треба гусеницю починити. А так, в принципі, буде у нас собственная хороша БМП. Осталось только вытянуть его. Мир цифровой, мир технологичный. Сейчас люди мало ходят в картинные галереи, а в кино ходят все. И очень обидно и печально, что мы смотрим там про подвиги Брэда Питта, про подвиги Михаила Пореченкова. Мы, кстати, здесь ждем очень сильно. Вот. Но нету кино про подвиг или просто про жизнь вот простых наших людей. Такой народ героический, а кино нет. Если действительно российские фильмы российского производства с некоторыми актерами, которые чуть ли не принимали участие в боевых действиях против нас, я считаю, действительно надо запрещать, но опять же таки, чем заменять вот именно телевизионный эфир? В нашей стране есть множество факторов, которые могут вдохновиться молодые режиссеры и сценаристы. И в нашей стране есть что снять про наши будни, будни украинцев, про будни современных украинцев, которые создают семьи, про, можно вот сейчас, тема актуальной войны. Нам нужно свое производство, наше видение ситуации. Либо же наше видение, либо как это было на самом деле, чтобы переигрывать эту советскую пропаганду. Вот так. Понимаете, вот взять, к примеру, вот у нас есть боец, да, вот, ну, позывной у него МОПС. И он рассказывал, как он, ну, правда, из флобера, из травматического пистолета, стрелял в ВВшника на Майдане. Ну, там, когда вот это вот в 20-х числах, вот это все кровавое месиво шло. И этот гнался за ним с криком «Я тебя убью!». И на какой-то момент он догоняет его, и получается, что с него слетает шлем и балаклава, это, оказывается, его отец. Вот его поворот. Отец старший прапорщик внутренних войск. Он сейчас, кстати, воюет, причем МОПС из Донецка. МОПС воюет у нас в полку, его отец воюет воюет за нас, за Украину. Воюет в Мариуполе, там это самое, реально воюет. То есть это самое. Кстати, Тарас Бульба, да, это какие страсти. Сказать никто не поверит, а это было.